Итак, сегодня мы продолжаем, но на этот раз эксперимент веду я. Мама просто не мама. Мама чуть не хочет снимать. Как называется эксперимент? Горящее железо, только она не хочет резаться. Давай я немножко помогу. А что ты сейчас делаешь? Ты ее держи, я буду отрезать. Над фольгой. О, да, ну... Это железная вата, очень тяжело режется. Как тебе это на первом стратегии легко было? Пальцы ты не обрежу. Все, убирай в коробочку. Давай теперь попробуем не сильно его распушать, да? А вот так, в таком виде сделать. Итак, Кирюша берет батареечку, подносит контакты. И вуаля. Все, убирай пальчик. Вот такое вот у нас северное сияние и горение нашей железной ваты. Еще так попробуем. У нас очень много экспериментов. Подписывайтесь на канал Кирюша ТВ. Так, трогать ее нельзя, потому что она очень-очень горячая. Так, включаем свет и смотрим, что же у нас получилось. Тихонько-тихонько. Ну подожди, сейчас мы ее перевернем. Не торопись. Она же горячая, так как она горячая, смотрите, с обратной стороны она не обгорела. Тихонечко. То есть получается она горит вдоль волосиков, там где друг с другом соединяется. Фу, еще и пахнет приятно. Тихонько. Чтобы ничего не сгорело. Да, так быстро исчезает. А все уже половину подгорели. Что только тут можно. То есть, итак, в первом нашем видео и во втором видео мы видим, что чем шире, как сказать, это железная вата, да, чем больше мы ее распопушились, и у нее получилось больше контактов, мелких контактов, тем она быстрее сгорела. А в этом видео получается, да, то есть она обгорела совсем немножко. Но сейчас она остынет, и мы поправим. То есть мы сейчас распушим ее. Давай распушим, Кирилл. Пока приготовлю нашу суперскую батарею. Ты бы мне помог ее немножко распушить вот так побольше, как шарик, чтобы она получилась. Вот так. То есть такие контакты. Она уже подгорела. Ничего страшного, с обратной стороны ее можно. Что, давай? Подожди. Давай вот так тяни рукой. Нет, рукой тяни. Ну, давай вот так теперь попробуем еще раз. Вот с одной стороны ее зажги, она должна пойти. Да, ну, мусора, конечно, от нее не очень много, но руки не надо туда ставить. Вау, новогодняя елка. Ну, все, это же не игрушки, это опыт. Итак, вот такая вот серия интересная. Эксперимент. Коробочки называется. Угу. Простая наука, химия, горящее железо. Еще раз показываю. Угу. Стоит на оборотной стороне 12+. Вот еще там бегают. А в инструкции маленькие. Прописано, что... Ой, инструктор вон, ногами. Смотрите, бегают тут маленькие, развиваются. Контактики. Все подгорели. Давайте. А в инструкции написано, что, внимание, набор предназначен для детей старше 3 лет. Соответственно, использовать можно только под наблюдением взрослых. Все, не получается только тут. Но все не поджигает. Ну все, друзья, пока-пока. Следующая наша инструкция. Следующий наш опыт в новой серии. Пока-пока. Кирилл засмотрелся.